Сериал под названием «Секта» рассказывает о людях, которые попали в секту первозданные, сломанные судьбы, попытки суицида, граничащие безумие, полное непонимание окружающего мира и многое другое давит на плечи людей, попавших под влияние Берка, лидера секты, который не остановится ни перед чем, чтобы его подопечные всегда были при нем. Сможет ли он повлиять на дальнейший ход событий? Главные роли в картине исполнили Светлана Ходченкова, Филипп Янковский, Анастасия Чистякова, Григорий Сиятвинда и другие. Тема картины довольно щекотливая и не часто становится объектом внимания. Тем не менее, многие люди на собственном опыте испытали, каково это быть стороной, которая заинтересована в выходе из секты или вызволении оттуда своих близких людей. Продолжение нашумевшего детективного сериала «Секта» не состоится. Сериал завершен. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.